Программа усложнилась втрое. Для Саши особенно. Да. Не урони меня. Да поставь ты меня. Подожди. Ну что ж ты... Ой-ой-ой. Так? Ай, я что-то запалю. И преодолевать... Не всегда у нас это, конечно, получается, к сожалению. Но это, да, это, в принципе, естественный процесс. Было бы странно и немножко непонятно для зрителей, если бы мы вышли и бац, и все это списали здорово. Поучи сама. Ну, мне сам, ты не хочешь ничего не... делать? Ну, ладно. Хорошо, я поучу. Ты что, ты только споришь, а ничего не делаешь, я понимаешь? Не спорю. Саш, вот, поделай. Я так устала давай, с тобой раз. Спорить. А что ты, вот что ты делаешь? Ну, что я делаю? Ну, вот я тебя держу, слушай, хорошо. Слушай, хватит на меня наезжать. Будь корректным, в конце концов. Сделай, вот, я два шага. Ничего ты делаешь, а давай еще раз, Настя, не получилось. Настя, не получилось? Да, два шага. Я не могу сделать два шага. Это нормально, это естественно. Ты сама старайся, ты много разговариваешь. Я не разговариваю вообще. Давай. Мы стараемся, но каждый из нас учился на свое. Я надеюсь, что я профессионал в своем деле. Мне, конечно, хочется... преодолеть страх и волнение, немножечко себя как-то раскрыть именно на льду. Хочется еще много всякого разного интересного сказать зрителю, то, что на душе творится. И мне кажется, об этом наш танец. Надеемся, что он не будет заключительным, а будет очередным интересным проявлением нас вот на данном этапе. На льду Анастасия Макеева и Александр Апт. То, что ребята покидают наш проект, не говорит о том, что они плохо катаются на коньках. Мне эта пара очень нравилась. И эта пара сейчас, прощаясь с нами, наверное, позаботится о том, чтобы создать хорошее впечатление. Королева Шотландии и верный шотландский рыцарь. Конечно, это относится к тому историческому периоду, когда Англия была отдельным государством и Шотландия отдельным. В этой роли, в роли королевы, Анастасия Макеева просто неотразима. И, господа судьи, надеюсь, теперь вы убедились, что в нашем проекте слабых пар нет. Может быть, конечно, не было психологического давления над ребятами. Или верный выбор скорости и музыки. Но откатались они сегодня, безусловно, лучше, чем во время первого и второго этапа. Мастерство участников проекта «Ледниковый период», безусловно, растет. Сегодня очень печальный день, Марат, правда? С одной стороны, очень радостный, потому что 18 пар включаются вместе в настоящее большое соревнование, которое будет сродни, я думаю, что чемпионатам Европы и мира.
потому что это большое количество очень способных людей, и качество их катания очень высокое. А с другой стороны, мы сегодня вынуждены проводить нашу первую пару, к сожалению. Но таковы правила нашей игры. И прекрасный номер сегодня. Я понимаю, что Саша Апт – талантливый человек, последние годы работавший вместе с Сашей Жулиным. Они друг друга понимают, знают, и мне понравилось то, что они сделали сегодня. И они, он ловил Настю, научился многому на проекте, хотя он одиночник, и я повторяю, что ему эта роль досталась впервые. И вот сегодня я вижу, что были исполнены поддержки хорошо, и хорошо, и хороший был номер, да. И Настя... Настя, мы тебя очень любим. Мы знаем, что ты очень мужественный человек, что ты очень много перенесла за эти последние несколько буквально дней. Мы очень рады, что у тебя прошла твоя премьера «Монте-Кристо», где ты играла главную роль. И я желаю тебе всего хорошего в твоей творческой жизни, потому что видно, что человек ты очень талантливый и какой-то очень тонкий. И я желаю тебе, чтобы на твоем пути встречались люди, которые понимали, какой ты человек и какая ты актриса. Чтобы тебе встречались режиссеры, такие же, как вот стоящие с двух сторон от вашей пары люди, тоже талантливые, которые сопровождали бы всю твою жизнь.